Комментарий по матчу тренера 1М Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, что скажете по матчу? Матч сложился для нас не очень удачно в начале игры. Да, пропустили две атаки, и Химик воспользовался этими моментами, назначением пенальти. Не доиграли эпизод на своем фланге, и там прострел, да, или там был там или не был, но раз поставили, наверное, был. Вот. И второй эпизод тоже дали прострелить, в штрафной площади не доиграли эпизод. Алан оказался между двух футболистами. Ну вот, в опорной зоне не помогли, ребят не добежали. Но опять же, сейчас по моментам не видел повтора, поэтому сейчас так сгоряча не хочется разбирать все эти эпизоды. Вот, то, что видел, могу сказать. Второй тайм пытались забить гол, отыграться, хотели выиграть, да, в раздевалке поговорили с ребятами, что все возможно, да, в той игре с Динамом у нас получилось отыграться и добиться успеха здесь. К сожалению, там первый момент был в начале второго тайма, со стандартом попали в штангу. Вроде начали очень активно, но не было такого, такой агрессии в атакующих действиях, чтобы мы создали определенное количество моментов, чтобы выиграть эту игру. Поэтому не хватало действий в атаке. Да. Вот, я думаю, что поэтому не смогли забить. То, что было пару эпизодов связано со штангом, опять же, это стандарт. И какое-то стечение обстоятельств. Хотелось более осмысленных действий в атакующей фазе.